Всемирно известную книгу «Гарри Поттер и философский камень», написанную Джоан Роулинг, впервые перевели на казахский язык. Презентация произведения прошла в Алматы. По словам издателей, главной целью было сохранить стиль и своеобразие бестселлера, чтобы книга не отличалась от оригинала. Все собранные от продажи деньги направят на перевод других книг мирового уровня. Сейчас мы презентуем первый том серии книг о Гарри Поттере. В этом году, до конца 2020 года, мы планируем издать 4 из них. На следующий 2021 год планируется издание 5, 6 и 7. Делается все это только с одной целью, чтобы дети именно на казахском языке, ну, и взрослые тоже получили доступ к лучшим образцам. В издательстве отметили, что сейчас переводят известную литературу разных стран мира. Одна из них – книга японского писателя Харуки Мураками. И на данный момент есть еще, помимо серии книг Джоан Роулинг, есть еще несколько проектов, которые осуществляются. И очень скоро они тоже будут все презентованы, представлены вашему вниманию. То есть рынок, казахстанский рынок именно литературы, художественной, детской, взрослой, будет полностью охвачен.